Татарстан рад возможности развивать сотрудничество с иранскими партнерами. Сегодня в Доме правительства Рустам Миниханов встретился с губернатором провинции Хорасан Резави Али Резой Рашидзияном. Стороны обсудили варианты развития двустороннего сотрудничества в бизнесе и туризме. Выбрать участок для голосования на президентских выборах можно будет и в многофункциональных центрах. В эту кампанию открепительных удостоверений не будет, и их заменит голосование по месту фактического нахождения. Госдума сегодня окончательно приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поправки в статью «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» повлечет максимальное наказание – 10 лет тюремного заключения. Напомним, этой осенью волна лжеминирования в крупных городах затронула и Казань.